Уникальный медицинский случай произошел в Майами. Там врачи приняли роды у женщины с 5 донорскими органами. Ребенок появился на свет абсолютно здоровым, и никаких осложнений нет у его мамы, 26-летней Фатимы Аль-Ансари. В юности у женщины обнаружили тромбоз. Позже девушка перенесла операцию по трансплантации печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишки. Известно, что Фатима и ее супруг через несколько лет планируют еще одного малыша. Врачи готовы в этом помочь.